Этим лучше. Все. У меня реконструкция. Общение с другими людьми в основном. Ну и всякое экспериментаторство. Вот, например, этот топор. Чтобы понять, как его сделать, пришлось сделать, по-моему, раз 5. 4 я продал в Ирландию. А вот один остался мне. И он самый трушный из этих 5. Поэтому реконструкция — это как бы такое вот занудство. Понять, как это сделать максимально трушно. И почему оно такое было. Ну а фестиваль — это общение в основном. Сюда стоит ехать, чтобы пообщаться. И детей вывести на природу. Я реконструктор. Очень даже классно.